Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Лара Светлова, со своим авторским проектом «На одной волне». Профессия психолог, кандидат психологических наук, руководитель мультикультурного клуба «На одной волне». Сегодня флаги в Финляндии и в Кремлине подняты, потому что у нас сегодня Анистус Пайпаева. И сегодня мы выбираем делегатов. Правление нашего клуба тоже проявили гражданскую активность и проследовали на участок избирателей. Мы с Людмилой Кокс, учредителем клуба «На одной волне», которому вчера исполнилось 1 год, тщательно готовились к этому мероприятию и добросовестно знакомились с разными избирательными программами избирателей. Сейчас мы зайдем, выполнив гражданскую миссию, и затем мы будем это делать в Хук-школе. Здесь уже достаточно много народу и машин. И затем мы вам расскажем, за кого мы проголосовали. Да, со многими депутатами и даже двумя министрами я познакомилась лично, и выслушали их программные обещания. Вызывает недоразумение тот факт, что лукомолайнины, иностранцы, плохо представлены. Но, однако же, свои впечатления мы расскажем позже. Вот члены нашего клуба заходят голосовать, а вот так выглядит площадка. Достаточно много машин. Вот место для голосования. Валикахвила. Тервотулу. Каксиера. Яхамин вали пириса какси пайванава. Менасисала. Тервотулу тас. Мы расскажем вам позже, чем закончится мероприятие.